Не выйдешь? Выходи, говорю. Хорошо, на. Ой-ой-ой, красиво. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, бродяга, монах, простой человек, лог-дог, найт-мун. Пацаны, скажите веселое слово. Привет. Всем привет, ребяточки. Всем здорово. Всем привет, хорошего настроения. А Димас, подпишитесь, если что. Всем монах. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем прятаться. Ребят, я нашел такую нычку, специально покажу ее вам, и только вы будете знать, где я запрятался. Все остальные никогда этого не узнают. Я тоже нашел такую нычку. Ты думаешь? Прикольненько. Так, смотрите. Можешь искать. И кто умирает, тоже берет аниматроника. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Так, я вижу, уже вот один ходит здесь. Зря ты здесь ходишь, он тебя убьет. У меня вообще имбовая нычка. Я более чем уверен, что мне найдут последнего. Так, он здесь полетел. Я знаю, здесь воздушные потоки поднимают наверх. И он уже где-то здесь. Скорее всего, даже он пошел сюда. Пацаны. Я вижу других пацанчиков. А где они? А так я тебе и скажу, чтобы... Так давай, говори, и всех сольем. Вон, там. Давай, давай, ты сможешь. Вот, я вижу еще одного. Он вообще хоть кого-то убил? Тихо, чел, не иди, не иди туда. Ой-ой-ой, вот он. Кстати, все от игроки, ну ладно, не будем подсказывать ему. Хотя идея хорошая подсказать ему. Кто это летает, тут туалет, тут золотой туалет, ну нормально, мне нравится. Это я. Глобус обыкновенный и туалет золотой. Так. Сюда. Толчок. Нормально все, пацаны, у нас получается. Мы тащим. Да, тащим. Карта манюсенькая и никого не нашел. Не, ну довольно большая. Просто есть вот такие порталы. Тут порталы есть. Там можно в ад. И не в ад только. И другое место. Ну что, я сейчас чувствую, он уже кого-то найдет. Обычно к этому времени все начинают друг друга молить. Он молить. Уже долго никого не может найти. Не, он может найти. Он просто неопытный. Мы специально взяли человека, который очень плохо играет. Но он сейчас разыграется и замочит всех. Ну, знаете, сейчас он одного найдет, и там уже движ пойдет. Но главное кого-то начать убивать. Не, у нас нашел, только думает, как добежать до нас. Ага. Понял. Вопросов не имеем. Не, просто... О, я нычку такую нашел, меня не достанет. Наверх. Ерош, садись. Я его вижу, хороший. Понял, ну, понял. Тут, там еще такая нычка. Там, где там в аду, там это, в крепость пойти, там будет портал. Я вижу, все четко, я понял, где это все находится. Там еще один портал, куда ты ведет, я не знаю, куда. Да, нормалы. А дед, я вижу. Да. Так, подожди, а что здесь произошло? Так. Да он делся. Может, он тонет-то? Нет, он, мне кажется, он уже наверх пошел, его здесь нету. Не, он в аду. В аду? Да. Да не, вот он бегает. Где? Да я вот, вижу. Под столом здесь гасает. Должен кого-то найти. А-а-а. Под столом? Золотой туалет. Блин. Ну что? Сегодня у нас самый слабый аниматроник. Ну что, смотрите, догоняет. Вот жертва, ну. Первый, давай, ты уверен. Я уверен, ты... Есть. Ты красава, молодчинка. Давай дальше. Хотя бы первого забыли. Юра, ты меня нашел? Нет? Нет еще. Смотрите, как он лихо прям поднимается по ступенькам. Ну, нормалы, красавчик, пойдет. У меня лютая нычка. Так, пошел. Пускается. Он, кстати, смотрите, уже начинает прям жестко играть. А где другой аниматроник? Их двое уже. Да. Так, теперь надо быть внимательным. Есть шанс, что они меня найдут. Тут такие звуки. Надеюсь, этот аниматроник другой будет более активнее и... более наигранный и найдет всех пацанов. Так, смотрите, думает здесь. Никого нету. Пойду я, наверное, сюда. А, я упал. Сюда. О, вот уже разделились.
вот я вижу игрока, обычно бегает. Давайте по паласу, по центре карты тут бегал. Ой-ой-ой. Планктон. Ну-ну-ну, вот сюда. А, ладно, ладно. Хорошо зашкерился, молодец. Подождите, а где он? Он где-то вот здесь, да? Да-да-да-да-да, он по-любому здесь. Я слышу, лестница как тарахтит. Во-во-во, пошел, пошел, пошел. Так. Кто это? Кто это? Что это? Так, 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 так. Отлично, молодцы, ребят. Ну что, получается? Не находит нас? Он рядом со мной. Он меня не заметил. А сейчас найдет. Вы что думаете? Это дело времени. Здрасте. Во-во-во, я вижу, планктон ходит здесь. Слышь, да? Они смотрят с этого. Так, смотрите. Здесь ходит аниматроник, а там куча игроков в одном месте. Просто прийти и замочить, но... Два аниматроника. Опа! А я, конечно, знаю, что это за нычка. Да? Сейчас, только, блин, не пролажу. А, они уже поразбегались, что ли? Вот сыкуны. Я уже спрятался. Молодец, молодец, надо ныкаться хорошо. Вот тут губку можно взять. Подсказка, там... Ого, тебя откинуло, нифига себе, чё это законно? Что это за пушка такая? Ну, вентилятор именно мочит, нормально, да, пацаны? Так, вентиляторами. Чё, будете поддаваться или пострелять из пистолетов, чтоб нашли? Ну, давайте постреляем, пацаны. Дайте подсказку. Всё, я выхожу тоже под этот, потому что надо поддаться немножко. Сложновато, не наигранное. Слушай, слушай. Ой. Я сейчас тоже взорву. Слышно? Кто с админским пистолетом? А, да. Ну, блин. Смотри, как админский пистолет. А так было слышно? Не пали меня. Мы в аду. Я в аду тоже. Я на самом деле там и прятался в аду. В аду это портал телепортирует. Найдут. Ой. Если захотят, найдут. Короче, и мы с ними повоюем. Короче, монах, ты. О, свою... давай в конце войну сделаем. Димас, давай в конце войну. Вижу, вижу. Ой. Да что это? Да это админский пистолет. Да, нормально? Пойдет, тебе нравится? Пойдет, конечно. Ну давай, выходи. Отлично фигачит. Где-то тебя туда доберусь. Димас, о, блин. Извини, я не хотел. А мне брать аниматроник? Нет. Ой-ой-ой, лава ждет. Лава! Дима! Ой-ой! Кто умер уже? Я не понимаю. Я умер, я не хотел. Нет, Димас. Да ну не хотел я, пацаны. Я тоже случайно в лаву упал. Извините, я хотел только одного убить, я не хотел. Так, ну что? Герой, где вы? Вот давайте сделаем перекличку. Кого нашли? Меня не нашли. Одного человека не нашли? Меня тоже не нашли, потому что меня не убил. Да эй, давай находитесь. Пацаны, короче, все силы кидаем на стенку, которая находится там, где вентилятор. Туда все идите. Смотрите, да смотрите, как взрыв... дурачок кругами хожу. Сейчас еще раз так будет, я буду угорать. О, в этот раз нет. Так, наблюдаем здесь. По-любому кто-то здесь ходит. Смотрите, если застревать, то приседай. Ты умрешь. Тю, блин, я думал, это игрок, а это этот. Один из наших. Ой, я его слышу. Слышишь? Да, он наверху. Давай. Это кто последний? Я и кто-то еще. Кто последний, тот не лох. Значит, я не лох. Я не лох. А я что, лох получается? Не хочу быть лохом. Хочешь? Так, не хочу я быть лохом. Так, я возьму плюш трапа. Для того, чтобы быстрее найти пацанов. Так. Слышите этот звук? О! Давайте сюда. Блин, жалко, что им нельзя прыгать. Они здрасте. Так. Ну что, вы видите их? Отлично, молодец, красавелла. Так, еще... Кого надо? Просто человек надо найти?
Не-не-не, меня. Лагдага? Меня. Иди сюда. Ой. Я тоже. О, это мой... Он туда, блин, побежал. Глобус. Пошел, да, туда? Понял. Ускоряемся, ребята. У меня 10 хп, меня найти не могут. Да найдем, не сы. А вентилятор бьет, который... Конечно бьет, конечно бьет. Давайте сюда сходим. Ой, сам себя убил полочкой, что ли? Это законно? Самоубийца. Так, ну что, пацаны, вы видите их? Нет. Я нет. Но надо, чтобы вы, короче, нет. Сгоняли их сюда, я тут буду ждать. Да ладно! Да ладно, где он был? Я, короче, случайно... Он там стоял. И умер. Ну давайте, ищите меня. Так. Еще один, да, остался челепиздрик у нас? Да-да-да, я еще. Лагдаг. Лагдаг. Я остался еще. Да? А, у него 10 хп. У него 10 хп. Бродяга, у тебя 10 хп. Вот ё-моё. Я сижу. Так, это один из наших. Блин, пацаны, где-то он запрятался. Очень. Да что ж я умираю, а, да? Лок-лок, привет. Я помню. Где он, где он? Нашел его, нашел! Он падал! Он упал! Он упал! На это не видно. Так. Я внизу не вижу. Так, бродяга умер. Ну так это наш. Но это не считается. Как это не считается? А меня же не убили. Так надо, даже если ты умер. Упал, я его нашел. Он, да. Он тут. Так где тут? Ну где? Он тут. Потом ну, где я? Давай, где я? Он тут, сейчас. Где? Ну скажи, ну в аду. О, вот там люди кричат. Ну что там? Я за ним убегу, я за ним убегу. Да ты не за мной бежишь, брат, я просто не... Ну а что, ты... где он, этот подлец? Выходи! Не. Не выйдешь? Выходи, говорю! Пацаны, домажьте бомбу. В смысле? Домажьте, домажьте, домажьте. Нет. Да. Ива, она не подсказывает. В смысле бомбу? А вот бомба здесь. Ой, ой. Она не дамажит. Хорошо, на. Ой-ой-ой, красиво. Я в аду был, в домике прятал. Серьезно? Да. Ну, пацаны, ну почему мы там не проверили? А я тебя в домике искал, тебя там не было. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну, а всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики еще. Вертолет, лети. Всем пока. Ооо.